Так, отжал я. Ну, может, не все еще. Кое-что там можно отжать. Смотрите, теперь самое важное. Вот за эти 5 дней тот сахар, который там был, он уже перебродил в спирт, правильно? То есть вино у нас сухое получается. Я его попробовал, действительно, молодое вино. Кислящее и сухое. Сахара нет вообще. Сахар весь переработан в спирт. Теперь вопрос. Но вино кислое. Нам надо кислотность понизить. Не нравится мне такое кислое вино. Поэтому буду понижать в 3 раза. Чтобы понизить в 3 раза, надо увеличить объем в 3 раза. То есть не 5 литров у нас должно быть в итоге, а 15. Но, учитывая тот момент, что сахар тоже занимает объем, мы должны рассчитать, сколько воды и сахар надо добавить вместе. То есть вместе получается 10 литров мы должны добавить сахара с водой. Но, смотрите, выше 12 градусов мы вино не получим, потому что это дрожжи природные. То есть надо рассчитывать 12 где-то градусов, максималка. Поэтому, если вы еще потом подсластить чуть-чуть хотите, потом можете всегда подсластить вино, полусладкое сделать. Соответственно, сейчас что? Я на калькуляторе рассчитал. Воды необходимо добавить 8,23. 8 литров 230 миллилитров. И сахар мы будем добавлять потихоньку, 3 раза равными долями. Не надо полностью сахар сразу добавлять, так как дрожжи не переработают столько сразу. Все, сейчас разбавляю я. И последнюю часть я тогда уже с сахаром, с первой частью, доливаю сироп. Спасибо за внимание.